У Сергея возникла проблема с трудоустройством, поэтому решил обратиться за помощью к президенту. Мужчина надеется, что его вопрос решится положительно. Я очень рад, что предоставилась такая возможность напрямую обратиться к главе государства со своими вопросами и надеждами. И очень рад, что у нас в городе открылась общественная приемная, которая должна помочь людям в их надеждах, вопросах, делах. Лидия Ивановна обратилась в общественную приемную главы государства с проблемой ЖКХ, а именно с тем, что в ее доме протекает крыша, и это после ремонта. У меня до люстры течет по вот этим. От чего? Потому что парапеты у нас рассыпаются. Мы очень просим помочь нам в ремонте, потому что за 40 лет мы заслужили это. Наш дом 3 раза получил первое место по Григориополю за порядок, который вокруг дома мы делаем. В подъезде у нас все мы делаем за свой счет и своими руками. В общественную приемную президента может обратиться каждый желающий, рассказать о наболевших проблемах и высказать свое мнение по личным вопросам, как в письменной, так и в устной форме. По словам специалистов общественной приемной, жители города и района могут обращаться сюда по всем интересующим их вопросам. Прием граждан осуществляется в рабочие дни с 9 до 17 часов. Заявления будут рассматриваться в установленный законом срок в течение 30 дней, после чего каждому обратившемуся будет дан ответ.